12 июля 2024 год. Так, вопрос такой в комментариях был, а зачем говорить про перемирие, Путин об этом и речи не ведет. Это вранье. Путин лично заявлял о том, что давайте, отдавайте мне Запорожскую область, Запорожье, город, где он, я вот я сейчас не буду, блин, в общем, я в Запорожской области нахожусь. То есть, ну он, тем не менее, заявляет, что давайте, отдавайте нам это Запорожскую область, Херсонскую область, откуда его выперли, блин, с его, блин, не до войсками, не до Второй армии мира, так? Так что нет, он разговаривает. Мне это лично напоминает, вот 30 апреля 45 года Гитлер напоследок, да, после того, как, перед тем, как принять яду, блин, и пустить себе пулю в лоб, решил пойти, выйти из бункера, посмотреть на солнышко, там, уже... В 40 там, сколько там, 40, ну, короче, в квартале от него, что ли, были войска. И он даже и не дошел до этого солнышка. Ну, вот это как будто сейчас Путин выходит из этого бункера и орет. Ладно, ладно, хорошо, сдавайтесь. Ну, вот это примерно то же самое. Они атакуют нас пешком, понимаете? Пешком, просто по полю идут пешком, блин. В кикиморах, там, в хренимарах, блин, нафиг. Их хреначат, они вздыхают, их хреначат, понимаете? Все, все нормально, какие, блин... Сейчас, он сейчас, что вот этот вот, Орбан сейчас мечется, блин, как говно в проруби туда-сюда, то в Киев, то в Москву, то в Китай, то, блин, я не знаю, в какой он еще бочке затычкой не окажется в ближайшее время. Стыдобище какое для Венгрии, я просто в шоке. И Карус, блин, одна птичка полетела, сильно высоко оторвалась от коллектива. Ладно, не в этом дело. У россиян сейчас ОПЕК снимает ограничения по добыче нефти. В октябре месяце. У россиян сейчас, вот вы знаете, что вот это вот, что ввели 12 июня, такой подарок сделали против Мосбиржи американцы. То есть сразу обнулили доллары и евро на Мосбирже. Но 13 августа, есть же как бы, ну, введен такой лаг. То есть не сразу вводятся санкции. Дается 2 месяца на то, чтобы люди там рассчитались. Ну, по-людски как-то американцы поступили с этими нелюдями, да, которые там Ахмадит там, блин, разбомбили. Роддом разбомбили, блин. Вот ирки. Нет, ребят. Сейчас это будут разговоры про перемирие, про то, что вот сдавайтесь, а то вам тут всем хрена, хана будет, блин, это чё, нафиг, это гопник, это гопота, эта армия сдыхает, понимаете? Не просто так, у меня есть возможность сравнить, даже не с 14-м годом, там я под Луганском был, а с 22-м, когда против нас самолеты были, нафиг, вертолеты, блин, арта там хренячила так. Сейчас, блин, мы больше хреначим, ну, то есть наши пацаны хренячат по ним, чем они по нам, понятно? И это только все, и мы еще ничего не начинали, до нас до сих пор. До сих пор не дошли эти F-16. Я не знаю, конечно, там на американцев злятся, там и на европейские страны злятся многие, что почему там третий год войны они пока по чайной ложке нам дают. Ну, они дают, как дают, да? Хорошо, что мы не в положении Финляндии, там, 39-40 года, когда одна Финляндия была против всего гребаного Советского Союза, напавшего на нее, да? Или в положении Польши сентября 39 года, когда с одной стороны Гитлер лезет, с другой стороны Сталин лезет, да, сентябрь 39 года. Все вспомнили, у меня в Харькове 3000 расстрелянных польских офицеров, которых расстреляли в 40 году, до всякой Великой Отечественной. Да, ставка ОФЗ у них 15,5, это рекорд, блин, ну это мало для кого что говорить, но это признаки того, вот перед дефолтом 98-го она была, по-моему, 17. Сейчас будет через месяц, через парочку недель, что у нас там будет, там у нас будет еще ключевую ставку они поднимут. Вам кажется, это все мелочи, но это ни хрена не мелочи, ребят, это ни хрена не мелочи. И 1,5 миллиона, блин, 15 штук баксов, там 17 штук баксов они платят за то, чтобы шли вот эти вот, одевали на себя кикиморы и издыхали у нас тут под работе, на, блин, нафиг, это тоже не просто так, не так много-то. И индуса вот этот вот. Раниндра Моди, блин, чи кто там, Мата Хари, блин, приехала вот это, блин, нафиг, с Индии, нафиг, обниматься с этим кровавым упырем, блин, нафиг, понимаете? Да не просто так, он приехал и уехал, блин, нафиг, сдреснул оттуда после того, как, блин, ну это даже индусы, по-моему, не могут переварить, когда, блин, просто крылатыми ракетами хренячат, блин, нафиг, по онкобольным детям. Вот тырки. Не переживайте. Путин смертен, а Европа нет. И там у нас в этом Рамштайне 50 штук. Не хочет нам по капельке Америка помогает. Свои вопросы решают. Вообще, блин, как бы к ней никаких претензий. Жалко, досадно, но, блин, могло быть и хуже. Могли вообще не помогать. И нас бы просто перемолотили, блин, нафиг. Ну, в гораздо большем количестве так точно перемолотили в этом случае. Но пока, блин, нафиг, и F-16 будут заходить, и атаканцы заходят, и дальность работы по России нам все больше и больше разрешают. Все идет в нормальном направлении. Мы добьем их.
И у меня все больше, я всегда говорил, что у меня прогноз такой, что в следующем году мы их добьем нафиг. Но я смотрю, что если так дальше будет, если они сейчас пешком нас атакуют, блин, нафиг, уже даже не на мотоциклах, не на этих самых, пешком. То есть, блин, нафиг, то я вполне посмотрю, что ну, так может к концу года уже и крякнет там что-то, понимаете, это, потому что это крыса загнанная угол, вот этот клоп плешивый, блин, нафиг. Он, блин, нафиг тоже, там вокруг него люди, которые не очень, наверное, любят и радуются тому, что теперь их жены, дети и так далее, блин, в Европе, блин, как прокаженные. И не парьтесь, народ, все будет Украина, блин, нафиг, мы перебьем 100%, там, кто из нас доживет, кто не доживет, но в любом случае сдаваться, понимаете, когда Медведев пишет, украинцы будут уничтожены, там, и все такое, вы что, хотите сдаться вот этим утыркам, блин, которые, вы хотите стать частью этого русского мира, который уничтожает тонкопальчных детей, блин, нафиг, крылатыми ракетами, да на одном поле, да, ров с крокодилами, я не знаю, это еще лучшее, что может быть. Я, не можете сейчас помогать украинской армии, хотя бы перед, не знаю, переходите на украинский язык, потому что нафиг это будет западло скоро разговаривать на этом утырочном языке. Понятно? Просто какая мразота, что за люди, это не люди, это даже не животные, это хрен его знает, это какие-то биологические организмы, плесень, ползущая по миру, и она сдохнет. Надеюсь, блин, нафиг я до этого доживу. Все буду Украина, не переймайтесь.